слышишь, как птички поют. Класс. Доброе утро. Сейчас мы идем смотреть на Владика, как он будет соревноваться. Тэквондо. Они уже поехали туда, в Айсберг. Мы находимся в Эмирейтинге, в Адлере. Сейчас 9:30 утра. Вкусный кофе. И желаем Владику всего хорошего, чтобы он победил. Ну или хотя бы просто получил фан от своего участия. Разминка началась. Вот такой айсберг изнутри. Интересно, что здесь происходит? Наверное, ну я имею в виду во время Олимпиады, наверное, это был трек для этих конькобежцев, я думаю. Да? Хоккей. Какой же это хоккей? Шайба хоккей. В шайбе проходит хоккей. А здесь для хоккея, мне кажется, это маленький слишком. Здесь, наверное, какие-то конькобежцы туда-сюда вот так катаются, я думаю. Ну, короче, фиг его знает. Там у нас сидит Владик. Они уже размялись. А что это, Владик, скажи мне? Это на ноги одевать датчик. С датчиками? А где датчики? Не знаю, там. На мотыжке. Чтобы очки засчитывались, да? От твоих ударов. Уже сейчас пойдет через полчаса где-то, наверное. А я делаю уже на колени. А там тоже датчики? Нет? Давай, Никита, держи. Мне кажется, не успеет отыграть. Его информация, поликонтакт. Готовится к дочке Петинка, борта номер 2. Ангелина Елонин. Давай! Давай!
дебила. Что? Давай, 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 давай. Да, давай. Второй. Два, давай. Гречка. Давай. 20 секунд. Ой, 8-3, давай, 5 очков. Это голова, это... 4 очка. Вращение в голову. Петро Сандоля с пропуском на доле. О, нормально, нормально. Давай. Два очка. Один гол. Влетай. Давай. Да, давай. Еще, еще. Влетай с ноги в него. Эй, вот. Зелье Спарта. Болельщики, наша команда. Влад, ты мощный. Я тебе отвечаю. Лучший. Владик, есть что сказать? Ничего. Все нормально. Первые соревнования в России. Зато мы уже отстрелялись, и все, можно теперь спокойно сидеть, болеть за остальных. И мама не будет нервничать еще 4 боя. Рубился с этим парнем, он чемпион края, между прочим, Краснодарского. Да. В своем весе, да. Так что ты достойно выступил прямо там. Ну, я ему сказала, он в принципе так по бою очень, они одинаково дрались. Ведь его практики по очкам. Не хватает, а так вот выглядели они одинаково, да, в принципе. Вот именно турниров не хватает ему практики, потому что у них движения уже именно такие турнирные, они чик-чик там делают. В общем, отбились мы один бой, и все, и выбыли с соревнований, потому что проиграли. Да, ну ничего, мы немножко только расстроились, не в принципе, сильно. Да, это и было так. Экспириенс. Это хороший экспириенс. Да, Влад? Потому что... Ты расстроился, но не очень, да? Я вообще, в принципе, не расстроился. Ну, так тоже неправильно вообще, не расстраиваться нельзя. Чуть-чуть надо для солидности. Ладно. Не, ребята очень сильные тут, сборная Армении именно. Да, я вообще посмотрела, мы когда сели, мы-то на соревнования. Адыгейская команда очень сильная. Они именно такие, видимо, такая сборная команда. Республиканские, не просто там какие-то ребята с улицы. Мы когда зашли сюда, сели в этот зал, в арену, я как посмотрела их на разминки,
вообще такие растяжка у них, они там ногой дум-дум-дум-дум. По сравнению, конечно, мы были в Канаде тоже на соревнованиях, раза сколько мы были, 4, да, по-моему, участвовали. Там, конечно, это вообще... Нет, там есть звезды такие, есть, у них прям совсем звезды. 5% от общей массы. Да, а здесь 90%, да. Просто такие. Мы такие сразу челюсть у нас отпали, мы сидим такие, думаем, да. После канадской, конечно, тренировки, где just for fun все. В России будет Владик взять золото, тяжеловато. В Канаде у нас было одно бронза, одно серебро и одно золото. Не, бронза у него была. Была. У нас 4 медали. Одна за участие, бронза. Нет, бронза я получил именно соревнования, они мне просто отдали. А какие у тебя медали? Серебро и золото? 2 серебра и золото. А, да, точно, точно. А то бронза какая-то была. А, ну, может быть, да. Вот 2 серебра и золото у него. А здесь мы вообще даже не вышли. Слушай, ну он куда-то. Он говорит, ну, чтобы практики. Ну, давай, бери. А что, у вас нет ключа, да? Я просто хотела снять наш апартмент снаружи, там, где мы поселились. О, а что, она открыта? Владик, ты знаешь волшебное слово? Мне нравится здесь лифт. Мне нравится здесь. Россия вообще. Почти как у нашей, как просто, наши лампочки. Просто праздник. Дискотека. Смотри, какой потолок. Ты чё, забыл?